потихоньку прощаемся с городом Санта-Крус. Отличный центр, магазин здесь тоже. Вот, и едем дальше. Сейчас едем в деревню. Нашли какую-то деревню, чисто испанская. Что такое? А, 50 евро не может? Да, вот такие дела. Думаю, успеем. Автобус без нас не уедет. Может, купить у нее что-то? Че она? Или у нее нет? А? А, нету? Что за ерунда такая? 50 евро, что ли, нет в кассе? Что за бред? Что за бред такой? Слушай, подожди секунду. Куда мы сейчас идем? Вот сюда. Я понимаю, поставь сюда вещи, я сейчас пойду быстро поменяем. Сейчас вещами как эти будем ходить. Скажи, если по этому, это будет комбьяр. Да я разберусь. 50 медалей. Сделать камбьяр надо. Чтобы сделать камбьяр, надо найти место для этого камбьяра. Насколько я знаю, камбьяр у нас находится. Сейчас еще вниз надо спускаться. Sorry, can you come here? Gracias. С этими автобусами в Испании всегда приколы. То они опаздывают на полчаса, на час, то у них в кассе денег нет. Так, пойдем. Камбьяр сделали. Я нормально себе.
Камбьяр. Все места забили. Не, я думаю, там валом еще вниз. Просто. Да, там меня. Дай мне. Сколько стоит? 10, дай мне. Я там еще. Рюкзак вам говорит скинуть. Рюкзак. Куда его скинуть? Куда? Пускай откроет. Дайте. Все понятно. А, вот, все здесь понятно. Держалась. Сейчас они у нас... Если мы этот... А зачем вам скинуть рюкзак? Не знаю, держи. Давай сюда Камбьяр у нас. Так, давай. Ну-ка, давай вперед пойдем. Сюда. Мы спрашивать у него еще должны будем. А? Еще спрашивать надо будет. А, ну давай назад. Что он творит? У него тормоз какой-то вообще. Я так думаю, впервые в жизни автобус вообще водит. Так, друзья, покидаем мы город Санта-Крус. Что делаешь? Да, мне этот шофер уже не нравится. Надо будет его эвакуировать. Так, друзья, пока все. Сели на автобус наконец-то. Сейчас едем в какую-то деревню. Не знаю, что за деревня, но хотел пожить такой чистой испанской жизнью, где есть только испанцы, есть только деревни и никаких туристов. Что из этого получится, даст Всевышний, скоро узнаете. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.